Друзья, всем добрый день и здравствуйте. Я зашла тихонько туда, где у нас цыплятки. Посмотрите, как они сидят. Что они делают? Отдыхают. Вот такие вот они стали. Я, конечно, взвешиваю их. Вот так. Коробку сверху снимаю. Это я уже отсадила вот этих цыплят в другую коробку. Та коробка вот стоит большая, высокая. Им здесь стало жарко, видно. А вот эта коробочка пониже. Купила еще паильничек. Теперь уже такого оранжевого цвета. Ну вот. А цыплята так интересно растут. Я никогда не выращивала этих цыплят. У них рост опережает рост пера и пуха на теле. И поэтому вся спина, бока у них просвечиваются прям розовые. Крылышки беленькие, хвостики как веером. Вот. Ну, прям тело видно. Лежат, отдыхают. Они только и кушают. Вон кормушку, Слава, такую сделай. Кушают, спят, воду пьют. Ну и, конечно, гадят. Подстилаем им труху от сена по-прежнему. Это очень хорошо. И лапкам мягко, и клювиком. Это вот цыплята, которые побольше. А тут, которые чуть поменьше. Вот они. Зеленый паильничек. Так, на кормушку Слава пристроил такую вот пластиковую панельку, потому что они прям садились на нее, как на нашест. И туда попадало то, что им не нужно в корм, чтобы попадало. Ну, смотрите, цыплята разного размера. В той коробке побольше, а вот в этой поменьше. Ой, веером как веером крылышко распустил. Опа! Ну, давай еще разочек. Нет, не хочет. Ну что, я вам хочу сказать, что цыплят их стало поменьше на 2 штуки. Первый у нас, первый прекратил свое существование на 13-й день, находясь у нас. И так жалко было, уже все-таки большенькие, прям во всю ладонь помещались, хорошие цыплятки такие. И получилось так, что им хочется куда-то залезть, посидеть, как на нашесте. И Слава им сделал такую перемычку небольшую, 2 палочки по краям, а между ними длинная, значит, для того, чтобы они туда садились. Ну, как в курятнике на нашест садились. И один цыпленочек попал головой вниз под эту палочку. И, видно, он не смог назад вытащить голову, а мы были в огороде. Так что первый падеж, это мы виноваты. Один цыпленочек исчез. Тек. Ай ты, Господи. Потерялся. Вот. А второй цыпленочек у нас вчера. Почему, неизвестно. То ли им жарко здесь стало в большой коробке. Хотя, сколько тут градусов? Сейчас посмотрю. Ну, сейчас 24, а было 23, 22. Но все-таки коробка высокая. И поэтому вчера мы решили принести вторую коробку и расселить их на 2 квартиры. Так что цыплятки у нас теперь по 2 коробкам. А сейчас я вам взвешу и покажу из большой коробки и из маленькой. Так, ставим первого. Слава мне помогает. Ну-ка, давай посмотрим, сколько тут. 592. 592 грамма. Ну, ты орел. Следующего. Так, следующий. Ну, какой орел. Когда несет в руках, они еще могут пищать и крыльями мотылять. А поставишь, они успокаиваются. Ставь на серединку. Так. Ну, привет, цыпулечка. 566-67. В общем, 560... Ой, что-то он так прибавляет прям на ходу. 569 показал. А он когтем касается. А, когтем залез. Ну, ладно. Так, теперь цыпленочка из другой коробки, которые поменьше должны быть. Так. Ой, как он возмущается. Надо крылышки вниз, да. Ну, убери руку, я посмотрю.
Ну, давайте смотреть. Что тут? 514, 515. Ну, молодец. Да, молодец. Ну, а теперь самый маленький. Самый младшенький. Братик или сестренка. Ну-ка, давай, давай, давай. Что там он? А он что-то он там лапками не так поставил. Ну, давай, не пиши. Крылышки вниз ему замни. Так. Да. Орел прям. Орел, да. Стоп. Что тут? 320 грамм. 320. Это самый маленький. Вот, наверное, самый ленивый. Как я уже сказала, наверное, самый ленивый. Кушает, наверное, плохо. Больше спит. Но все равно у него уже крылышки, у него перышки, у него хвостик. Но гребешочки у некоторых становятся побольше. Значит, наверное, здесь петушки и курочки. Так, ну это вот одна коробка. А только взвесили, вот оно и пошел есть сразу. Ой, ой, тут еще есть спринтеры. Спринтеры бега устраивают. А этих всех потревожили, смотрите, они все встали. Нет, один вот там в углу лег. Все встали, все что-то начинают заниматься чем-то. Этот пьет. Ну, в общем, падеж среди цыплят, когда выращивают их, должен быть. Говорят, что должен быть 10-15%. Не знаю как. Но мне каждого из них, который у нас погиб, жалко. И одного, и другого. Просто жалко. Ну, а сегодня мы с Мишей поедем в Тверь. Будем покупать следующий корм, который им надо уже начинать давать. Этот корм стартовый. Они уже хорошо подкрепились, поели, подросли. А теперь какой-то другой будем покупать. 40 килограмм будет стоить 1700 с чем-то рублей. Но когда привезу, может быть, и покажу вам, какой корм мы купили. Поют, поют наши цыплятки. На улицу потом будем их выносить, на воздух. Это ясли, потом будет детский сад, а потом уже, что там, юность. Куриная юность будет. Начнут петушки петь, подросточки. Вот, они вот так ложатся и клюют, прям вот лежа, не отходя. Когда в руки берешь, уже такой прям большой. Маме приносили, показывали. И тоже сказала, что два у нас цыпленочка погибли. Она, ой, как жалко, ой, как жалко. Ну, в общем, я вам сегодня показываю свое хозяйство. Куриное царство. Вот. Вчера что-то некогда было снимать. Позавчера тоже пропустила. Вы уж меня извините. Огород. Огород у меня там. А Слава еще теплицу не доделал, помидоры еще не посажены. Ну, всем всего хорошего, хорошего настроения. Такого настроения, как у наших цыпляток. Они очень разговорчивые, разговаривают, и вы общаетесь между собой. Дружите, делитесь рецептами, советами, настроением своим. Вот, пи-пи-пи-пи-пи. Пока-пока, всего хорошего вам.